нашій студії я хочу привітати гостя. Це начальник відділу захисту населення і території управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Жмур. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, у нас сьогодні з вами надзвичайно важлива тема. Ми повинні з вами звернути увагу наших глядачів, звернути увагу громадськості на безпеку під час цілої череди травневих свят, вихідних днів, які очікуються. Зазвичай, от у ці дні це час для відпочинку, вільна годинка, коли можна присвятити їй себе, своїй родині, своїй там присадибній діляночці, своїй оселі. Але, наскільки я знаю, от із свого власного досвіду, коли до нас потім звертаються відповідні служби із статистичними даними, якраз в цей час і підвищується кількість надзвичайних ситуацій. Які найбільш поширені надзвичайні ситуації відбуваються в цей час? Ну, пользуясь случаем, хочу от имени всего коллектива управления по чрезвычайным ситуациям выразить благодарность тем людям, которые, не щадя своей жизни и здоровья, 32 года назад, полвторого ночи 26 апреля, приступили к ликвидации самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества. Большое им спасибо, подяка. То, что касается вашего вопроса, управление и органы власти местно обеспокоены прежде всего значительным ростом пожаров на открытых территориях и вообще пожаров. Вот такая информация, даже за неполный месяц, апрель месяц, у нас на территории города возникло 118 пожаров. Были отдельные дни, когда... За апрель месяц были отдельные дни, когда пожарно-спасательная часть Николаевского гарнизона Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям до 10 раз выезжает на тушение всевозможных пожаров. Какие наибольшие поширенные причины? Из этих вот 118 пожаров практически 70-80% это пожары на открытых территориях. Основные причины это прежде всего неосторожное обращение с огнем. Халатність. Были несколько зафиксировано случаев поджогов, поэтому, чтобы вот, учитывая, что идут майские праздники, люди пойдут отдыхать, прежде всего, в парк и скверы. Хотя, учитывая, что в городе Николаеве и в Николаевской области сохраняется на майские праздники повышенная пожароопасность 5 класса, которая запрещает даже посещение лесов, хотелось бы обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. Кстати, это тот случай, который вот именно выполнение этих мероприятий не требует никаких специальных знаний. Я вас дуже прошу це зробити і нагадати нашим глядачам простісінькі правила безпеки і себе убезпечити, і своє майно, і цілий район. Простые правила, они вот, я же еще раз говорю, тот случай, когда совпадают с обычными правилами поведения, я бы сказал, культурного поведения, когда не надо разжигать огонь открыто, нельзя бросать окурки, не оставлять после себя мусор, потому что даже оставленная бутылка, в принципе, может спровоцировать, учитывая вот эту нашу температурный режим, возникновение пожара. Вы сами понимаете, что любой пожар может привести к трагическим последствиям возникновению действительно чрезвычайной ситуации. Поэтому лучше это все предотвратить, чем потом тратить значительные материальные ресурсы, чтобы это все ликвидировать. Во-первых, пожар наносит значительный ущерб экологии, могут пострадать и дома, потому что у нас лесовые массивы, вот Балабановский, Матвеевский, очень близко подходят к жилому сектору, поэтому наша основная задача сейчас направлена на профилактику возникновения этих пожаров, информационно-разъяснительную работу. Вот и сегодня, пользуясь случаем, мы вот напоминаем элементарные правила поведения. Оселі, майно, техніка горіла. Я пам'ятаю, минулого року такі були страшні випадки, коли і люди втрачали життя. І все через якусь недбалість. В основному, це халатне відношення до соблюдення мер пожежної безпеки. І ще одна біда може трапитися, вона дуже поширена. Якраз ось ці святкові дні у зв'язку з теплом і відкривається сезон відпочинку на воді. Открывается просто сезон отдыха. Сезон отдыха на воде у нас пока не открывается, потому что решением исполнительного комитета Николаевского городского совета определены 11 мест массового отдыха людей, в том числе два пляжа. Это пляж «Стрелка» в центральном районе, пляж «Чайка» в Корабельном районе.
Ну, чтобы эти пляжи начали функционировать, необходимо провести ряд мероприятий, это обследовать дно, сформировать, организовать работу спасательных постов. Поэтому, учитывая, что и вода, в принципе, не особо еще теплая, я бы не рекомендовал бы сейчас еще начинать купательный сезон. Опять-таки, пользуясь случаем, прежде всего, самое главное, это ну, вот, все у нас случаи, которые фиксируются жертвами на воде, это все-таки состояние алкогольного опьянения. Опять, это личная халатность, личная... Поблизу води. Ще ну, купатися, можливо, і раненько, але поблизу води ну, відпочивають люди. В будь-якому випадку треба внимательно слідити, учитывая, що і сонце, і теплові удари, слідити внимательно за дітьми, щоб воду без контролю взрослих не заходили. Тому що, ну, дійсно, багато дуже випадків, трагічних таких, от, ну, взагалі, які не вкладаються в голову, гибель людей. На воде. И все-таки, опять-таки, это злоупотребление алкоголем и халатное отношение, прежде всего, к своему здоровью, к своей жизни. Медики б тут еще додали харчовое отруение. Ну, да, и это может быть, учитывая, что жарко. Ну, как бы я не особо по медикам, поэтому мы вот говорю, что главная наша задача – это предупредить возникновение пожаров и предупредить трагических последствий людей при отдыхе на воде. Тоді попереджуйте, ось вам перша камера, дивіться в очі людям і попереджуйте. Еще раз повторю, что прежде всего это не разводить открытый огонь в лесах, лесопарковых зонах, не бросать окурки, не мусорить, убирать после себя. Если даже развели огонь, то его необходимо пролить водой, проверить, что все потушено, и только после этого покидать место отдыха. То, что на воде касается, это отдыхать только в отведенных местах, где есть спасательные посты, средства спасения на воде, это спасательные круги, круги, ну и другое имущество. Я дякую. Это вкратце. И учитывая, опять-таки, что вот сегодня такой трагический день, который возник, чрезвычайную ситуацию лучше предупредить. Поэтому быть бдительным, внимательным, прежде чем что-то сделать, надо подумать, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. И відслідкувати наслідки своїх дій. І, да. Я вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні поговорити на таку важливу тему. Вона дуже актуальна для нас, українців, як ні для кого іншого. Тому що саме наш народ пережив на своїй території величезну, страшнющу техногенну катастрофу. І ми і досі маємо її наслідки. І саме сьогодні вшановуємо тих, хто брав участь у ліквідації наслідків тих подій.